Ну что, ребят, всем привет, снова я, снова вы. Сегодня будем выгуливать бабку. Поехали. Падаем мы на локацию сразу под нашим дропом, чтобы были фраги. В любом случае сюда люди будут падать, поэтому наша задача сейчас быстренько найти пушечку, ну и бежать куда-нибудь, где будут челы. Падаем на этот дом, P20-20, ну такая себе пушка. 99-я, хорошо, сразу находим батарейку. Что у нас тут? 301-я, хорошо. Ну, опять же, я уже говорил, что не люблю две пушки на одних патронах. Патронов вечно не хватает. А еще сейчас, скорее всего, у меня тиммейт возьмет легкие. Патронов вообще не будет. Хорошо, лук. Вот. Ну, давайте, наверное, 99-ю заменим на лук. Лук, конечно, это не очень прикольно, когда вы играете kill race. То есть старайтесь набить как можно больше фрагов. Лук, он такой себе, он очень ненадежный. С него можно выдать импакт, а можно не выдать. Ладно, хорошо, мы тут находим Патрика. Еще одну баночку, хорошо. Так, а что выкинуть? Нет, нет. Хрен, не знаю. Я понимаю, что нужна звездочка. Она в любом случае нужна. Типа без сюрикена играть тяжело. Слышим, что где-то там на собаке челы угорают. И тут у нас рядом, слева. Ну, наверное, влево идем, правильно? Что нам еще делать? Здесь в любом случае на платформе сейчас будет 1-2 чела. Сразу берем лук. Раз. Два. Ну, третья как всегда не попадает. Чуваки нас пушат. Хороший скан. Так, почти убили робота. Да-да-да. Успел, успел до того, как чувак. Ой-ой-ой, плохой спрей. Лежать. Вырубили бабку. Ну, бабка хорошо постреляла, конечно. Бабка мне прям нормально так снесла. Практически 125 хп со спрея. Робота доели. Народу вокруг очень много. Нам нужно отхилиться. Ага, смотрите, поднимает. Так, сейчас сюрики мы закинем. Высоко. Не вышло. Так, сразу наверх. Сейчас подбежим, наверх залетим. Так, скан идет, хорошо. Октейн, куда побежал? Рядом собака стоит. А, это не собака. Это не собака, это жирнич. Ну что, минус 2, хорошо. Хорошо, уже минус 4. Довольно быстро делаем фраги. А где-то третий. Вот мы два раза по два убили, а народу нет больше. Так, все, вижу. Где? Вон же он стоит. Ты куда стреляешь? Вон стоит. Это бамбузл или что это? Нет. Чувак. Хорошо, постреляли. Так, через кушку пушим. Если честно, думал, это крипто или бамбузл. А это вообще валькирия. Так, чел рядом бегает. Так, себе пострелял. Что она странно делает? Пытается, наверное, развести. Вниз спрыгну, она залетит наверх. Блин, 5 хп! Легонький. Разводилу разводит. Хорошо, патрон у нас есть. Ну вот, пылесос, как я и говорил. То есть у меня второй тиммейт, ну единственный мой тиммейт. Он тоже на лайтах бегает. На лук возьмем X3, самый, наверное, прикольный прицел. Ну и все, сейчас пойдем, наверное, на шар. Что нам еще делать? Тут шар, благо, близко. Просто идем на шар и все. И шар уже увидим рядом врагов. Что? Так, где? Октейн? И кто там еще? Хорошо пострелял, нормально. Так. Братан, а ты кого? Так, второго не успел, к сожалению. Ну, неплохо. 7 киллов на старте. Еще 14 отрядов живо. Патронов у нас много. В принципе, расходник по расходникам хорошо. Блин, меня боцик, конечно, очень смущает. Ладно, давайте лучше, давайте так возьмем. Опять же, патронов 180. Типа, что это за прикол? Так, там где-то аирдроп упал. Ну все, как и в прошлый раз, думали, на шар идем. Просто бежим на шар. Так. А вот, аирдроп, получается, в городе упал. Залутали, там есть люди. Сейчас шара посмотрим. Но люди живут, хорошо. 14 отрядов, 7 киллов, это очень хорошо. На самому тиммейту помечаю врагов, чтобы он все-таки знал, куда бежать. Займем сейчас крышу, из крыши, наверное, попробуем. Поразминать челиков. Так.
Жирнич встал так. Он меня видит. Что? На бабл развели? Хорошо. Золотой армор, это неприятно, конечно. Чел будет быстро отхиливаться. Смотрим сбоку. Чё? Куда? По толстым ногам ему. Такое себе. С 99-ки зажимать, конечно, такое. Да, и попробуем через ульту. Ульт, хорошо. Блин, он бежал, походу. Ну, пока тогда подпушим под эту ульту. Они ничего не видят, не слышат. Очень тяжело им будет сориентироваться. Давайте, надо сейчас, наверное, наверх залезть как-то. Внизу нет никого. Через кушку не хочу залазить. Чтобы не это... Сильно, так скажем, не это... Не шуметь. Так. Робота принял! Давай, робот! Воровской карман ему накидал. Где-то слева. Слева снизу, по-моему, бегает. Но сюда вряд ли она залетит без звука. Что, хорошо. Так что он резает? Нет? Нет, здесь моя собака. Так, робиту накидали. Нормально. Все, минус робит. Еще два человека. Где-то тут бегают. Давайте наверх сразу залетим. Так, там, позиционное преимущество попробуем взять. Это что, чел? У меня разводя, он бегает вокруг. Ты че? Ищи в сером арморе. А где у тебя нормальный армор, чел? Ё-моё! Он себе под ноги накидал гранат. Так, надо захаваться. И потом уже помогать собаке. А, ну ладно. У меня тиммейт нормальный. Он и помогает сканами очень хорошо. Отлично. Патронов 0. Ну, собственно, об этом я и говорил. Ребят, у меня 28 патронов в обойме. Фуловая 99-ка и 105 в запасе. И что брать? Что теперь брать? Ну, боц, походу, возьму. Ну, да. Ну, типа, патронов нет, делать нечего. Я, правда, где-то потерял X3 прицел. Теперь у меня прицела не будет. Ну, хотя бы так, типа, патронов нет. Где лут? Крафтить не с чего. Не, бежать надо. Надо бежать. Должно хватить на следующих. Будем надеяться, что нам хватит патронов в следующий файт. Иначе, ну, мы попадем в просак, ребят. С этим луком нужно быть осторожнее. Потому что лук, он очень сильный. Это, знаете, это как ведомый, опять же. Я уже говорил, как в каком-то из видео. Так, слышим челов. Хорошо. Они там около депо где-то файтятся. Чувак отстает немножко. Но ничего, как бы, нам, в любом случае, нам на фраге. У меня 9 киллов, 8 отрядов живо. Это 23 человека. Ну, может даже 20-ку успеем. Может, успеем 20-ку. Видим. Ага. По дрону стреляют. Да? Но! Не попадаю. Ну, собака. Ну, а еще 60. Так, минус 120, можно пушить. Тиммейтов у него вроде рядом нет. Ты куда, братишка? Его уже закрывает. Не-не-не-не-не. Не. Паваем быстрее. Паваем. Тиммейт отвлекает. Я не знаю, что бы без тиммейта делал. Попытаемся закрыть его. Собаку нокнули. Или это не собака? Хрен знает. Но! Легчайшее. Еще один нападает отряд. 6 отрядов. Надо сбить дрона. На минус дрон. Хорошо. Нам срочно нужны патроны. Так, хорошо. 6? Что? Давайте отхилимся. Со всех сторон шаги. Со всех сторон шаги. Airdrop. На самом деле, если повезет, мы с него сможем пушку нормально взять. Не на боцик поменять. Тиммейту наваливают. Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Пулемет какой-то? Ну, вот о чем я говорил, этот лук. Тиммейта нет. Так, опять эти дроны. Я не понимаю, что это за... Сам себе режиссеры одни в катке. Так, пытаемся сразу отъехать. О, мармур. Так, где-то светильник, по-моему, висит. Надо найти его. Он его сбил, по-моему, да? Или нет? Да, он его убрал. Так.
Ой, хорошо. Ищейка. Лучшее, наверное, оружие, которое могу сейчас выпасть. Как раз два автомата. Очень небезопасно пушу. Так, не получилось. Еще и тиммейта нокнули. Ну все, там он без какого-либо спейса нокнулся. Я не знаю, как сейчас разыгрывать. Чувак справа. Даже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо, это плохо. Так. А там еще один отряд, там еще один отряд. Все, отходим, хаваем. Пока нас никто не видит, не слышит. Отходим, хаваемся. Я его не смогу резнуть. Это что-то, это рампарт? Выгнали рампарт. Блин, еще сзади. А как жить? Ё-моё, ё-моё. Не пиздец. Не пиздец. Так, минус. Хорошо. Хорошо. Сам себе режиссер. Это куда? Еще один. 40. Нормально. Патронов мало. Опять не перезарядился. Да не трогай! Я всегда с собой беру! Хорошо, хорошо. Пойдет сюда. Да еще один отряд. Сколько можно? Дружочки, я использую набор Феникса. О, отлично, меня отпустили. Но тиммейта я не смогу, конечно, забрать. Патронов нет. У меня прям вообще ноль. 7 патронов в запасе, здорово, ребят. Ну все, переключаемся на ищейку. Что нам делать еще? Опа, опа, по мясу. Хорош. Поехали. Подпушиваем, пока они там не захилились. Еще одного по мясу. Нормально. Блин, сожрал моего чела. Так, ну-ка вылазь. Тут еще один. Собака. Собаку выебали. Так, хорош сам лазит. А, хорош. Да блин, один. Один хп. Это бегает. Мансит. От мансера не размансишь. Отлично, нашли. Мы даже успели тиммейта поднять, ребят. А я патроны? А где патроны? Легких патронов, я не знаю, все пылесос высосал. Не знаю, лоба где-то там своровала все патры. Так, а что делать? Хорошо. Че? А что осталось? Два отряда осталось? Бред какой-то. Не знаю, ребят, мне кажется, это прям показательная катка. Вот за это мне нравится Apex Legends. Это повел выгуливать бабку, напал сразу на весь сервер, вылез оттуда, прям из жопы высосал и выиграл. Круто. Ребят, подписываемся, ставим лайки, если вам нравятся подобные видосы. Приходите на стримы на Твиче, ссылочка будет в описании.